мы идем в парк живых и мертвых. Мы тут не пройдем, по-моему. Там жалобы поступили граждан многочисленные, что в детском парке ставят транспортные средства свои нарушители и заезжают в зону действия знака 3.2. И на газоне ставят вот примерно вот такая ситуация там происходит. Вот так вот разбивается газон, превращается в грязь. Сейчас посмотрим, что там происходит, и попробуем вызвать тогда инспекторов ДПС. Наверное, участкового тоже нужно, потому что там газон. Посмотрим, что происходит. Идем смотреть. Все это рядом с цирком происходит, в центре города в самом. На улице 20-летия октября, пересечение 20-летия октября с улицы Ворошилова. Здесь так, будет... а вот предполагаемые нарушители. Вот сейчас спросим у него. Здравствуйте, мужчина. А зачем вы в парк заехали? Зачем? Что? Кто вы такой вообще? Что? Я спрашиваю, зачем в парк заехали? Причем здесь кто я такой? Не должен представиться. Алексей меня зовут. Вас как зовут? А звать это... Не могли, пожалуйста, покинуть территорию парка? Могу. Все. Сейчас уедете? Конечно. Все хорошо, спасибо. И не заезжайте больше в парк, там знак стоит специальный, вы же видели. Галичник. Знак? Вы галичник. Можем вызвать ГАИ. Слушайте, вам нужно, сейчас вызовем. Если штраф хотите, то вызовем. Вы покинете территорию парка, нет? Я с одним разговаривал. Ну, я просто, да. Он поясняет, вот. Почему он не имеет права это сделать. Вы сейчас уезжаете, да? Да? Хорошо, спасибо. Пойдем дальше, посмотрим. А вон сотрудники стоят, да, что ли? Интересно, есть они там или нет? И ничего не замечают, да? То есть, получается, стоят, дежурят. Без проблесковых маячков, наверное. Если это сотрудники, вон там. Не видно отсюда точно. И вот здесь тоже автомобили стоят массово. Получается, здесь прогулка, да, осуществляется людей и в основном, ну, конечно, детьми. Здесь люди, понятно, детский парк. Вот уж и вот. А вот. Сейчас инспектор, сейчас попросим ППС отреагировать. Может быть, вызвать ДПС. Сейчас обратимся. О, правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете принять, пожалуйста, обращение? Конечно, сейчас примем. Добрый день. Старший сержант полиции Пилюгин. Пилюгин? Да. Как? Тонких, старший сержант. Тонких. Осипов? Да. О, очень приятно. Спасибо, что представились. Да, конечно. Соблюли требования закона. Пункта 5 статьи 5 закона о полиции. Что случилось? Нагрузный отчет 002908. Товарищ полицейский, да. Смотрите, обнаружили в парке стоянку автомобилей массовую. Считаем, что это недопустимо. Есть знак, там же установлен, правильно? 3.2 на въезде. И я не знаю, где-то мне жалобы поступали, что и на газонах ставят автомобили. Сейчас вот смотрим, только это, вошли. Скорее всего, там, да. Да, надо посмотреть. Просим вас оказать содействие, так, вызвать инспекторов ДПС, если кто есть, вот таксист, например, или кто там он есть, мужчина. Он. Водитель. Установить личность по возможности и передать, объяснение взять, передать. Не, я устное, вот. Устное, да, форме, если можно. И содействие окажите, пожалуйста, то есть инспектор ДПС. Дежурную часть УМВД России по городу Воронеж. Угу. И будут принять меры. Понял. А кто-то может проехать туда, вот на газон посмотреть вместе с нами? Может сразу зафиксировать их? Да, конечно, давайте мы тогда по очереди. Да, там пока есть человек, да. Все отлично, спасибо большое. То есть вы согласны, что в детский парк недопустимо, да, въезд на автомобилях? Конечно. Ну, здесь же гуляют мамы с детьми, правильно, в основном детский же парк. А вы стояли, почему? Мимо вас не проехал никто? Наверное, уже приехали были. Да мы один. Смотрели нарушение общественного порядка. А, общественного. 20 статьи. Все, понятно. 20.1. Да, 20.1, 20.20. 20.20, 20.21, понятно. Вопрос. Все, спасибо большое, что отреагировали, да, что приняли. Ждем реакции, так сказать, и ГАИ. Я вас принял. Все, спасибо. Вот такие полицейские должны быть, друзья. Гляньте. Пример. Адекватные. И а то есть, честь и хвала, да. Вот пристегивается все, делают по закону. Представляете? Вот такая полиция нам нужна. Если они так и служат без граждан, то это вообще, ну, просто замечательно. Заслужит уважение. Ну, без камер, в смысле. Самостоятельно.
Так, сейчас еду с проблесковыми маячками. Опросов нет. Вон какие-то машины я вижу уже на газоне. Пойдем посмотрим. Да, сейчас, сейчас туда пойдем посмотрим. Сотрудники поехали. Детский парк заезжает зачем-то, знаком не помеха. Сейчас будем стараться навести порядок в парке. Сейчас посмотрим, как отреагируют полицейские, что предпримут. Так, проверяет документы у водителя. И сейчас будут, наверное, процедуры какие-то проводиться. Может, объяснение возьмут, может, ГАИ вызовут. Сейчас посмотрим, понаблюдаем. У вас машина есть? С какой целью интересуетесь? С какой целью интересуетесь? Так как парковочных мест очень мало. Нет. Ну, значит... Я только на минуту, еще знак документы, стоит. Я привез. Это без разницы, абсолютно. Есть парковки здесь рядом, вообще очень много парковок. Ладно, если парковок. Вам жалко, конечно, я понимаю, что лучше точно нарушить, само собой. А как же люди ездили в 80-е, в 90-е, да, битком на автобусах? Машин вообще не было. В чем тут ездить и парковаться? Не, просто машин не было в 80-х, в 90-х мало было. И люди ездили как-то. А вы кого же дайте? Я с МФЦ сотрудник. Я понял, да. Сюда зашел? МФЦ 4. А там же парковка есть. Да там парковки нет, места нет. Да на водичке встать, если что-то не едет. Я также сказал, что я переезжаю. Советую приехать отсюда. Я также сказал, что я переезжаю. Я сказал, товарищ. А может установить личность, объяснение взять и я в ГАИ его передать, информацию по нему? Бросьте. Может, или вы думаете, пока на первый раз на можно, первый раз можно как бы, да, то согласен. Если будет попробовать, согласен. Хорошо. Обязательно вызовем ее. Административный все-таки кодекс прежде всего направлен на предупреждение, да? Да, правда, на профилактику, да, профилактику. А не на прям жесткое привлечение, да? Да. Ну я правильно. Думаю, сейчас покинете ближайшее время. Сейчас еще посмотрим, что. Да, пока нету там, да. Значит, сфотографировать по базе его в дежурную часть запрос. Что за автомобили? И может там телефончики есть или нет? А вот телефончик есть, кстати. Да. Есть телефон. Так, нас неохотно, кстати, послушал водитель, а вот сотрудников полиции более охотно послушал. Берет, съезжает. Почему так происходит? Хотя и мы просто подошли ему, отъедьте, пожалуйста. Он сказал, сейчас, и все, и сел на месте, и стал сидеть. А сотрудники подошли, уже другая реакция. Вот так. Ну, выезжает, понятно, за пределы. Там телефон есть, кстати, у того водителя. Сейчас будет звонить сотрудник полиции и убирать автомобиль из парка. Соответственно, работа началась. Детский парк, друзья. Везде городки детские здесь, на территории парка. Вот. И тем не менее осуществляется вот такое вот движение транспортных средств и стоянка в этом месте. Но мы сейчас будем по мере продвижения стараться фиксировать и, может быть, даже убирать транспортные средства вот эти с территории парка. Так, и пришел водитель, точнее приехал и хочет уехать, наверное, из парка. Сейчас попросил, обратился к полицейским, он должен отреагировать и
попросить уехать из парка, наверное. А до того удалось дозвониться, товарищ полицейский? Да, позвонил. А, все, сейчас придет. Да, а, вон он уже пришел, да? Да, да. Все, сейчас уедет, понятно. Отлично. Вон девушка в парк заехала. Наверное, тут специальное место для нее есть. Это имеете право. Что вы снимаете? Больше не было снимать? Общественное место, пожалуйста, конечно. Снимите. Что вы делаете? Девушка, вы нарушили правила дорожного движения. Зачем? Да, в общественном месте можно, девушка. Вот полицейский, обратитесь, если вы что-то считаете, что я нарушаю. Полицейский привлекут меня к ответственности. Ну вы объясните, может быть, что это парк, что? Что случилось? Девушка. Я уезжаю, все хорошо. Давайте мы с вами на первое сохранение предупреждение. Хорошо, я буду понять, без вопросов вообще, хорошо, без проблем. Нарушать, конечно. Может, документики у нее хотя бы посмотреть? Может, не в порядке, да. А вы смотрите, личность установить. Важную роль играете, да? Все граждане играют роль важную, мне кажется. И вы тоже важную роль играете, все одинаково. Так, а то водитель что? Объяснили ему просто, да? Да, он понял. А, он понял, все. Все, уезжает. В парк не заезжайте, пожалуйста, водитель, хорошо? Здравствуйте. Ну, пожалуйста, не заезжайте в детский парк. Все-таки дети здесь в основном. Вы понимаете, с мамами ходят. Главное, чтобы у нас были парковки. Все проблемы идут от чего? От того, мест. Что нет парковочных мест. Вот сейчас слушай, давайте как вас зовут? Алексей, давайте вот сейчас Алексей, сядем и проедем. Извините, что перебиваю. Я сразу вам скажу. Их всегда не будет хватать. Вы согласны? Нет. Вот сколько бы их ни организовали, нет, в любых городах. Согласен. Нет, я не согласен. Везде их с этим не будет хватать. Я не согласен с этим. Не согласен. То есть да. Можно сделать так, чтобы было да, на всех хватало. Сделать, а да, машины же растут в большей прогрессии. Но это а место-то не увеличится. Пробки у нас в городе не из-за того, что дороги такие и машин много, а из-за того, что неправильно развязки сделали. Понял. Хорошо, спасибо за ваше мнение. До свидания. Уезжает. Так, а что там у девушки? Установили лично. А что-то тот не уезжает, он, наверное, пришел и сел, и все. Что, на машину сел, да? Да вроде бы сел. Ходил рядом он или ходит, не пойму. Алексей, где? Да. Ну, сейчас я сообщил. Ага, так. Ваше сообщение зарегистрировали. Сотрудника ГАИ сказали направить. Ага, спасибо. А вы пока тут еще будете дежурить, да? Ну, нам надо своими делами заниматься. Ну, вы здесь будете, на территории? Порядка. Нет, мы сейчас уедем. А, то есть уезжаете. Если вам нужна какая помощь, то вы обращаетесь. Да, ну, вот помощь, товарищ. Я понимаю вас. Город вот в огне. Какие? А, я понял. Нет. То есть у вас задачи поставлены другие, вы сейчас поедете да, на другие объекты. Все, понял. Понял. Ну, спасибо. Приедет, так что ему позвонил. Ну, а можно как бы контролировать, хотя бы, чтобы тот уехал. И вот. Конечно, нужно здесь помощь, естественно. Да. А, вон он уезжает, да? Все, девушке объяснили, да? Документ проверить, все хорошо. Все, ясно. Ну, ладно. Так, ну, хорошо, понятно. Спасибо большое, в любом случае, за помощь вам. За то, что отреагировали. Все здорово, да. Вы больше сюда не приедете, да? Ну, в ближайшее время. Не планируется пока. У нас, по крайней мере, еще пол Ленинского района. А, вам надо патрулировать по району. Да, все, понятно, вопрос нет. Да. Так, да, водителю позвонили, пришел. Он уезжает. Да. Ладно, ребят. Что это он сделал? Непонятный маневр какой-то. Да, ну ладно, все, спасибо большое, все хорошего. Ждем ГАИ тогда, да? Ждем ГАИ. Вы сообщили, все, приеду. Все, спасибо, до свидания. Так, ну тем не менее, здесь осталось 3 автомобиля пока. Вот. Ну, пойдем на вход туда, не будем пускать, да и все. Что делать? И будем ждать ГАИ. И посмотрим на... Да, знак посмотрим и газон посмотрим, как раз что там происходит. Так, а там въезда впереди нет, да? Вон там он весь. Вот он въезд, да? Ох, вот столько вот автомобилей. А, те уже за пределами. Ну да, вот в основном на газоне кто стоит. Ясно. Так, полицейские помогли чуть-чуть. К сожалению, им надо ехать. Мы понимаем, что район большой, надо патрулировать. Он все пристегнуты едут. Молодцы. Поворот показывает. Все как положено.
Так, пойдем туда вот. Контролировать, значит, въезд. И вот эти автомобили надо убрать. Сколько их штук? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Штук 20, наверное, да, всего. Да, сейчас станем на въезде. И будем ждать полицию. И будем стараться. Да, включаем. Нормально, правильно. И будем убирать автомобили здесь, которые припаркованы. Вот так они, вот, ребята, парк превращает вот такой вот. Вот такой вот грязь, а был вот такой красивый газончик. Неужели им самим вот приятно вот такой вот жижу толочь, мягко сказать, если литературно выражаясь. Вот такой вот чернозем, вот им приятно, вот смотрите. Все газоны испортили здесь, в этом парке замечательно. Так, ну посмотрим, что за знак стоит на въезде. Так. Вот, мне сказал заместитель мэра, что здесь и ворота здесь, говорит, есть. И шлагбаумы, говорит, здесь есть. Здесь все есть. Сейчас с Министерства юстиции человек говорит, мне можно сюда проезжать. Тыгнул мне коробку. Так. А вот знак 3.2 стоит, который только работникам разрешает въезд, спецтранспорту и коммунальной службы работникам. Но понятно, что здесь никто не работает в парке, здесь просто парк. То есть работников нет, получается. Только коммунальные службы и спецслужбы, и все. Спецслужбы — это ГАИ, скорая и полиция. Может, и МЧС еще. Вот так вот. Стойте здесь, ребят, я спрошу, что хочет водить. А, он уезжает, все. Вот так вот. Не захотел беседовать, просто посмотрел, увидел, съезжает. А вот заходят очередные родители в парк с детками. Но нашим водителям это не помеха, вот эти вот пешеходы. Они вот так могут сюда заехать и спокойно поставить автомобиль. Ничего же не препятствует. А ворота, кстати, недавно сняли. Вы видите, свежий. Свежий, да? Примаренный, да. Это довольно-таки, ну, может, я думаю, полгода, может, назад поставленное. Ну, кто же их снял, непонятно, эти ворота? Вопрос. Самовольно, что ли? Ну, значит, будем... Нижняя петля отломана, вот. Прям. Ну, скорее, сломали, да? А, нет, спилены. Спилены, ну, значит... причем, смотрите, два раза были приварены ворота. Угу. То есть, две вот этих отпилены. Ну, значит, надо работать над тем, чтобы здесь было что-то... Камень. Что-то серьезное, наверное, сделано. Кроме ворот, или, может, антивандальные ворота какие-нибудь, не знаю, есть такие у нас. Ну, пусть придумает администрация, будем следить тогда. С электричеством, когда докоснулся сразу током. Мы попытаемся добиться установки ворот и будем следить за тем, что вот повредят, пусть опять устанавливают. Пока не придумают меры, которые будут способствовать. Или парковку будут. Да, или парковку сделать. Какую-нибудь тут вот часть, может быть, территории где-то тут отгородят. Может быть, здесь парковку вот сделают, огородят. Перенесут немножко ограду. Тоже вполне возможно ограду перенести, правильно? Вот немножко сюда и все. Конечно. И проблем нет никаких. Примерно вот, да. Лямы. А, вот, водитель. Да. Это что, это нас фотографируете? Ну да, вы же заехали, нарушили. А парк. Что мы нарушили? В парк заехали. А куда нам, если в больницу? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы зачем на территорию парка заехали? Вы знаете... стоят, я в зубам ходил. А, понял. Ну вы знаете, что сюда нельзя. Ну заезжать. Все, больше не заедем. Не будете, сюда. Да? Все. Нет, он с зубами вон. Все, куда? Вопрос. Ну к зубному не подъедешь. Куда нам деваться? Ну, как-то придумайте, понимаете? Ну здесь дети ходят, все, вот все, мамы с колясками, и вы, ну, так. Понятно, вот. Все, последний это хамство. Раз. Хорошо, да, все. Все хорошего, до свидания. Никуда не подъедешь, никуда. Все, понял вас. Ну, к сожалению, вот так. Правила-то тоже надо соблюдать. Согласны? Ну, мы видим, что... Они же для всех едины. Там же вон знак. Ребят, сзади. Не пускаем. Стой прямо перед машиной. Куда он едет? Здрасте, а куда вы собрались? Парк на машине. Меня
Что? А вы уже в зоне действия знака находитесь. Знак 3-2 круглый, видите, проехали. Надо назад съехать. Все, водитель съезжает. Говорил, не собирался в парк, просто хотел поставить. Да, вот так. Так, женщина уезжает там. А вот там автомобили. Я ему открою. Ну, в принципе, можно. Здесь же проезда нет. Пусть стоит здесь, люди пройдут, я думаю. Нормально. Нормально. Пусть так стоит. Зато другим будет неповадно ехать. Так, тот мужчина съезжает. Так, все. До свидания. Все, все, все хорош, до свидания. Мы вас поняли. Все, уезжает. Даже извинился. Вот так надо. Типичный пример, да, это старый закалки человек. Вот только так нужно реагировать. Как вам? Здрасте, а вы куда собрались? Постойте, здесь перед машиной я поговорю с человеком. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вы куда собрались? Мы товар привезли. Вот какой товар? Товар накладной, можете показать? А вы представьтесь сначала. Мы пешеходы, граждане, которые не пускают людей в парк, которые нарушают правила дорожного движения. Во-первых, вот моя точка. Я понял. Можете товары показать, что вы ИП или накладные? Потому что, да, ну, все, понимаете, вы вводите, пожалуйста, положение, потому что любой человек может сказать, что он вот ИП и поехать. Мы понимаем, что на вас данный знак не распространяется, если вы там работаете. Нет, мы вывозим. А, на камере не показывайте, все, я так посмотрю, я не буду. Мы вывозим. Так, это что? Продажа. Нет, нет, что вы? Что вы привозите, заводите? А то так каждый нам покажет что-то. Так, а что? Молоко. А где оно продается? Вот точка деревянная. А, вот это. Да. А, кафе, коктейли, вы туда зовут. Все, все хорошо. Спасибо, что показали, вошли в положение. Ну, извините, пожалуйста. Потому что здесь люди, они просто хамят, вот ездят. Все хорошо, до свидания. Растонируйтесь, пожалуйста. Ну, это да. Постричься нормально? Нет, правда, тонировка запрещена. Тонировка запрещена. Это нормально, а то... Ну все, показал водитель. Что, есть у него, да? Да, да. Вон, у них точка. Работы здесь, коктейли делают. Молоко привезли. У него есть как разрешение? А у него есть не разрешение, у него есть накладная товарно-транспортная. Доставки. Да. Тоже. Ну вон он объяснил, да, что работает. То есть по накладной тоже для разгрузки, загрузки? Смотри, для тех, кто работает в этой зоне, въезд разрешен. Ага. Знак позволяет этот въезжать. Всем остальным мне. И спецслужбы, и коммунальная техника. Ну, убирает это парк. Да, да. Все, вот так. А что там, водитель? А что он там? Все нормально, да? Объяснили, понял он? А? Не очень? А что такое? Встань сюда, я поговорю, что там. Наглеет водитель или что там? А что такое водитель? Чем вы недовольны? Здравствуйте. Не едьте, пожалуйста, на человека. Сейчас наезд будет. Куда вы едете? Дорожно-транспортный шест. Мужчина, вы же видите, человек перед вами. Вы что делаете? Что? Убрать машину. А, убрать хотите, да? Ну, просто мне сказали, что вы хамили, вроде бы нет. Сейчас наезд будет. Мужчин, что вы делаете? Я хочу провоцировать. Дайте мне уехать. А что вы кричите? Я просто хочу с вами переговорить. Не надо мне разговаривать. А, ну тогда наезд не надо совершать на человека. Уйди, я уеду. Но он не уйдет никуда. Он стоит на своем законном месте, где должен стоять, на газоне. Ну, какой неадекват. Кричит, шумит. Из Грузии. В Грузии, наверное, так можно ездить, да, по газону? Ладно, пусть уезжает. А, давайте, уезжайте, мужчина. Все, уезжает. Наверное. Вот так вот. Все позволяют иностранные граждане себя вести. Кричат,
Ребята говорят, хамил вроде бы он. Ну пусть уезжает. Пока не поздно. Все, уехал. Оставь здесь, пожалуйста, я посоветую с парнем, что зачем он сюда въехал. Зачем подъехал близко, да? Плотную. Просто посмотреть, что ли, на меня. Вблизи захотел и уезжает. Все, уезжает. Но мы пока ждем ГАИ. Надеемся, что все-таки они приедут, отреагируют. Как минимум ГАИ. Ну, нужно еще, конечно, участкового вызывать, чтобы почему вот эти автомобили с газона убирать. Нельзя. А он, наверное, не хотел ехать, скорее всего. Как некоторые говорят. Вот телефончик. Не хотел, да? Да, наверное, не хотел просто развернуться. Заехал развернуться. Выполнять, значит, задание. Служебные. Ну, вот сейчас стоим, не пускаем машины в парк. Ждем полицию. Да, запись рейда есть, естественно, мы все записываем. Вот такой значок хороший находится на въезде. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот он знак. И вот здесь ворота раньше были. Остались одни петли от ворот, хотя мне говорил заместитель мэра, что здесь ворота стоят, кучу раз они ставили, все хорошо. Вот. Ну, остались только петли от ворот. И вот здесь то же самое. То есть все спокойно въезжают, и на территорию парка вот здесь люди гуляют, мамы с колясками, массово, детский парк. Очень много аттракционов разных. Туда дальше проезжает, там машин 5, наверное, осталось, по-моему. Вот. И сюда заезжает. А вот водитель сначала посмотрел, хотел заехать, передумал, потом опять зачем-то. Сейчас я с ним пообщаюсь. Здравствуйте, мужчина, а вы куда собрались? Хотел поставить. Заходили в парк поставить? Ну, нельзя, там же знак, он, видите, стоит. Запрещающий вам это делать. Не заметили? Кого, знак? Знак, да. Не, заметили. Заметили? Но просто хотели на всякий случай. Как стоять, вообще. Понятно. Нельзя. Они, видите, вообще газоны разбивают все. Ну, понятно. А, смотрите, нельзя. Люди с колясками ходят. Это же парк детский. Понятно. Все. Уезжайте, да? Уезжайте. Поищите место там где-нибудь, пожалуйста. Вот так. А. Пришли водители, да? А тот водитель проехал, он работает. Единственное, кого пропустили, показал товарно-транспортную накладную. Вон тот джип серый, черный. Главное здесь не пропустить. Так, а встань, пожалуйста, я подскажу, что здесь парк, чтобы не въезжало больше. А то уедет просто так. Хочу пообщаться с водителем. Никто не заезжает. Здравствуйте, водитель. Можете открыть окошечко на секундочку и поедете? Женщина, водитель, уважаемая, здесь же парк детский, вы же знаете об этом, да? Не знаете, что парк? Смотрите, вот видите, сплошные городки детские. Знак, вот обратите внимание, 3-2 там не для вас, наверное, да, стоит? Вот там, значок на въезде. На будущее, пожалуйста, не заезжайте в парк, хорошо, в этот? Сейчас ГАИ приедет, ну, должно приехать, будет привлекать к ответственности водителя. Спасибо. Так что надеемся на вашу вот, адекватность и понимание. Вот видите, посмотрите, такие вот детишки ходят здесь постоянно, и мама с коляской. Ну, все, хорошо, до свидания. Все, водитель съезжает. Вот этот водитель показал товарно-транспортную накладную, то есть он законно на территории парка находится. Да, да, уезжайте. Здравствуйте, а что вы показываете просто? Попробуйте вот коктейль, для чего молоко нам нужно. Все хорошо, что вы нас угощаете? Да. А вдруг что-нибудь подмешали, не? Ну вот я руки уже. Узнаешь потом. Скоро узнаем. Ну ладно, спасибо. Все, они работают. Здесь
на этой территории угостили коктейлем. Сейчас первый попробую. Нет, это не подкуп, он показал товарно-транспортную накладную. Я бы все равно вкусно. Бы их не пропускал. А раз травиться, так всеми будем. Не, товарно-транспортную накладную, 3-2 знак. Он имеет право сюда да, проехать. Погрузку, разгрузку можно под этот знак. Он работает здесь, у него точка, он ИП. Да. Он имеет право. По закону мы, если не будем пропускать, это незакон действий самоуправства. Ну, что ж, называется. Надеюсь, там выписано, он как сказал. Все, но я не отравился пока. Вроде все нормально по вкусу. Да. Не просрочено. Вкусняшка. Да, ждем ГАИ, ППС сотрудники классные, вот такие вот мужики, все согласны, наверное, да? Все. Сами подошли, да, ребят, да. Чем вам помочь, представили, все по форме, соблюли пункт 5 из статьи 5 законной полиции, вопросов нет никаких, помогли немножко, разогнали. Ручки проблесковые включили, пристегнуты, ехали, все как да. Надо, все как положено. Разогнали немножко некоторых нарушителей, позвонили некоторым, ну, говорят, у нас маршрут патрулируем, Ленинский район, и поехали патрулировать, да. Вот так. Ну что, вкусный коктейль, будем их все время, будем их все время пропускать. Так, ладно, у нас еще один парень куда-то ушел. Надо ему коктейль, да, оставить. В одну кучу. Кто тут такой? Да дух. Машинку нахватали, не могут разъехать. Вот так вот. Куда, здрасте, куда собрались? Здесь знак. Мы собрались разъехать. Смотрите, значок, как-то. Значок. Туда нельзя ехать. Значок. Никак нельзя сюда ехать. Все, вот до знака доехали, все, выезжайте. Куда вот он едет, вот водитель? Не знаете? Я у него тоже спрашивал, куда он. Зачем он сюда едет? Сюда едет. А, туда нельзя. Можете ему объяснить пока. Постойте здесь, может он уедет. А тут вы так долго не разъедетесь. Здрасте. Здравствуйте, а вы не в парк случайно собрались? Нет, конечно. А, все, понял. А то этот говорит, что туда вроде. Нет, он туда не едет. Он просто же. А вы если не стоите, может, знаете, как к цирку вообще машины подъезжают? Там мы хотим билеты в цирк купить, поэтому мы сюда приехали. А к цирку надо здесь где-нибудь припарковать и вот билеты взять. Угу. Там нельзя к цирку подъехать, там же пешеходная зона везде. Вот там где-то. Машин штук 50, наверное. Где? В пешеходной зоне. Около цирка. Прямо около цирка? Не, там, за цирком. За цирком есть. Европа, где да. Со стороны проезжей части там стоят, да. А прямо около цирка нет. Стоят. Да, за заборчиком, правильно, правильно. Там не пешеходная зона. Если вот слева заезжаете, вот проезд там Европа, слева к цирку, а, да, Европа. Там можно. Европа. Да, Европа нельзя. Там никто не стоит, там сейчас эвакуировали. А налево можно, к цирку. Там стоят, да. Ага, пожалуйста. Все, разъехались наконец-то. Вот так вот. Да, но это еще давно, потом на переклад поехали. А, и могут здесь поработать, да? Все. Алло. Все, здорово. Да. Здорово, здорово. Спасибо большое, ждем. Да, да. Все, отлично, сейчас сюда приедут. Те же будут работать. Все нормально, их направили. Все. Так, ребят, да. Номер конкретно какой еще раз? Значит, сейчас дозвонились в дежурную часть, сказали, что дооформят ДТП, наши два наезда. Они сейчас находятся у Европы, сотрудники ГИБДД. И сейчас сюда подъедут, здесь будут работать по парку. Ну, как-то вызванивать, наверное, нарушителей вот этих всех, привлекать к ответственности. Сейчас посмотрим, что они будут. Гаишник, сотрудник звонил, переспрашивал. Постоянно едут сюда. Здравствуйте, а куда вы собрались, товарищ полицейский, вы, да? А? Вы полицейский? Да. А куда вы собрались, полицейский? Я посмотреть. Чего? Не пристегнутым? Исправим. А что смотреть-то собрались сюда? Что смотреть-то, если не секрет? По работе. По работе вы? Ну, знаете, поставьте машинку, пожалуйста, не вот вопрос. Здесь и проходите, не да, вопрос. Потому что у вас же не такая не патрульная, да? Не вопрос, да. Понял. То есть вы общественный порядок или что, или там по другим, по вот своим, по служебным? Понятно, все, не буду. Не вопрос, уберу. Не буду, значит, лезть в вашу работу, потому что она не касается меня, я так понимаю. Да. Все, спасибо. Спасибо. А здесь парк, обратите внимание, пожалуйста, здесь же знак. Детский парк. Все, понял. Все, хорошо. Все, полицейский уезжает, не вопрос.
если честно. Набросов нет. Ехала сейчас с дачи и вот там разговаривала. У нас там лес вырубили массово. Причем в том году волонтеры там... Шилово, случайно? Нет, Медовка. Медовка явная. Да. Причем страшное там вообще. Такое ощущение, что там никакого пожара не надо. Прямо Чернобыля. Вообще вот эти мотыляются, три эти самые деревца. Пришли волонтеры. Выступали, ну, совершенно бесполезные мероприятия. Санкционировали якобы жителей, вызвали каких-то подставных лиц. Вроде как все, типа, дали согласие, повырубили весь лес. Извините, а что-то вы про парк говорили здесь, вот я просто не успел. А, про парк? А что да. Тут я могу сказать про парк? Парк вы здесь часто, часто гуляете? Да часто, я тут живу рядом. Сначала ребенка выгуливала, когда он был маленький. Вот. И как вам вот эти вот? Безобразие? Да, безобразие. Нет, я, честно говоря, стараюсь не эмоционировать на эту поводу, потому что мне уже эмоций не хватает на все это. Но это очень безумно возмущает. Потому что сейчас попробуем убрать. Весь город у нас принадлежит машинам. Весь совершенно город. Верно. Так и есть. Это вообще, то есть для людей, я вчера была в Северном, там плохо знает район, в Портнихе шла. Перейти людям вообще нигде невозможно, зато везде машины. Переходов нет, людей сбивают. У нас вообще весь город, к сожалению, принадлежит транспортным средством. А вот не подскажете, вот меня интересует очень сильно вот такая вот вопрос. Вот здесь ворота же были, да? Были. А совсем куда же недавно, они делись? Совсем недавно, кстати, они были, потому что я помню, их человек искривили, они были косенькие, кривенькие, потом вообще исчезли. Ой. То есть это не администрация сняла, их, скорее всего, сломали просто? Скорее всего, сломали, и вандалов очень много, что уехало в лифте, у нас оторвали рекламный щит, вытащили в какой-то лифт. То есть, понимаете, вандализм настолько уже стал нормальным явлением везде уже. Поэтому... Скажите, а ворота были с калиткой здесь? Это как я не помню. Не помните, по-моему, да, была маленькая калитка. То есть надо восстановить ворота, да? Ну, ясно, пешку надо. Ну, я вот недавно встречался с заммэром Петриным, вы же знаете такой. Ты слышал фамилию, да. Обещал восстановить вроде бы. Как думаете, выполнить обещание? Ну, вы знаете, как обещание я не верил и не верю, буду верить впредь. Это откуда-то все. У вас, это лучше пока... А я верю. Пока был Гордеев и его жена, вот она, собственно говоря, восстановилась этот парк. Это с ее, как бы сказать, подачи все это было. Старые деревья были вырублены, новый, как бы сказать, фонд восстановлен. Вот единственное, что вот это вот, если вы там занимаетесь, вот там вот очень было непонятное какое-то заведение за этим серым забором, его в одночасье сломали. Это тоже территория парка. Сейчас там какая-то свалка. Каких-то стройматериалов, еще что-то. Пока до туда еще не дошли, вот нам бы машинам разобраться. Вот, и вот там, собственно говоря, тоже очень какое-то очень мутное там заведение, вот в этой части. Ну, это парк, кстати, мы еще с временем... Ладно, это мы со временем посмотрим. Сначала вот эту машину ведем. Скандально. Когда строили церковь, тут казаки, я тут уже все наблюдала, они воевали с шашечками, с теми, которые строили Европу. Потому что, собственно говоря, где вы строили Европу, там косточки вынимали, там тоже бы же был парк. Где торговый центр строили, был, соответственно. Да. И тут была какая-то воинствующая вот эта вот, между ними были какие-то эти парк. Ведь, собственно говоря, Европа загнивает, церковь не строится. Заметьте, что вот как-то вот нет вот такого показателя, что действительно это правильно было сделано. Было бы правильно, оно бы все как бы строилось бы хорошо, а то все время все. А православная это церковь? Да, понятно. Это церковь этого, господи, Дмитрия Соломского. Так, ну ладно, ждем ГАИ. Вам. Пока. Вы сами, наверное, не подойдете, я подойду. Может, что-нибудь скажете толково? Здравствуйте. Здорово. Что вы хотели сказать-то нам? Я спросил, я ничего не хотел сказать. Не, просто смотрите, здесь парк детский. Сюда нельзя заезжать. Ну, мы не заезжаем. Не, вам вопросов никаких. Отлично, молодцы. Просто я, может, спросить что-то хотите. Нет, я спросил. Все. Спросил. Все, хорошо. Так, вот еще водитель едет. Не знаю, сюда, не сюда. Сейчас посмотрим. Вот интересно, да? Ну, может, не сюда. А знак вам за что, зачем? Занял здесь это. Здравствуйте, девушка. Ну, вы же видите знак или не видите? Детский парк въезжаете с ребенком, к тому же. Здесь же так, дети гуляют, а вы едете с ребенком, везете. Показывайте пример нехороший. Так что лучше сюда не ехать вам. Так. А, красивый можно, да? Ну ладно. Если только красивым, хорошо. В качестве исключения.